Ой-ой, здорово, ребята, это опять голодные игры с Юриком, да? Сегодня наша серия посвящена именно багу. Багу на дюб вещей. Надеюсь, вам понравится. Заранее ставьте лайки, ребята. Это стоит того. Так, давайте мы сперва немного наберем сундуков. Ох, там уже парень с эпическим шлемом. Отлично, парень. У него хорошая ловкость мышки. Ну, или пальцев, или как там сказать. Ну, в игре. Ловкость мышки. Ладно, давайте мы это все отденем, чтобы можно было чем-то отбиваться от других. Так, там парень уже на гору идет. Ладно, не судя не об этом. Сегодня я вам расскажу, покажу баг, на который наткнулся, который позволяет дюпать вещи. Так, давайте мы сперва вещи немного наберем. Мы сейчас по минимализму пройдемся, по самым таким нычкам простым, те, которые все знают, и немного возьмем вещей, которые можно будет дюпать. Так, ну, как дюпать, вы сейчас увидите. А пока что давайте полутаем, да? Действительно, ребят, здесь уже администрация исправила некоторые баги, но, увы, не все баги исправлены, так как дальше игра немного лагает. Ну, как вы можете заметить, у меня теперь запись играет лагает меньше. Я обещал вам, что я попытаюсь настроить хоть немного запись, и она не будет лагать. Ну, она дальше лагает, но уже меньше. Да, ребят, бывает и такое. Я дальше над этим работаю и пытаюсь это все исправить. А пока что давайте идем вон к следующему сундуку, последнему. Давайте заберемся. Ой, ой, как здесь сложно забираться. Так, ладно, так у нас здесь уже попался лук. Отлично. Лук есть, стрел мало. Нужно их дюпнуть. Давайте же дюпаем тогда стрелы. Сперва нам нужно их выкинуть с инвентаря. Это то, что нам понадобится сразу, да? Вот. Так, вот наш мешочек, да? Теперь берем вот с этого мешочка, просто стрелы вот так перетаскиваем. Туда, сюда, отлично. Так, просто берете вот так, повытаскиваем их. Видите, сзади нас уже появляются вот, сзади вот этого меню новые мешочки. Мы их открываем, как вы видите, здесь есть стрелы. Отлично, и в каждом мешочке есть по 5 стрел. Столько, сколько мы дюпали. Также можно дюпать мечи и довольно-таки огромное количество всего. О, здесь еще один. Ладно, давайте погнали туда, тогда вперед, да? Так, может там еще что-то есть, и мы это попытаемся еще раз дюпнуть. Ну, мне важно найти сейчас меч, чтобы кого-то нормально убить. А то деревянным я ничего не сделаю. Так, а чего он не стреляет-то? Ага, точно, точно, я же забыл стрелу это взять. Так, а ну-ка, кидай. Хопа, есть, отлично. Ну ладно, давайте ныряем вниз и смотрим, что у нас появилось в сундуке. Надеюсь, хоть сейчас нормальное что-то появится, и мы хоть кого-то... Блин, ребят, опять броня, уже третья. А где же меч? О, я вижу, там парни уже с эпическим мечом даже есть. А у меня вот такая вот деревянная туфта. Еще не могу нормально по вот этой вот горе залезть. Ладно, давайте там еще один сундучок. Если этот не утонули, значит этот тоже не пустой. И там будет меч. Я Ванга, давайте я предскажу, что там есть меч. Ну, блин, броня. Эх, не везет, ребят. Ну, как вы знаете, мне вообще в записях не везет. А если так играть без записи, у меня всегда все нормально получается, нормально я играю. Ладно, давайте тогда еще немного полутаем. Может, хоть что-то сейчас теперь на... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, там парень технический. Надеюсь, он меня не заметил. И я как-то его обойду. Ну ладно. Так, в этот домишко мы уже не попремся, вот этот впереди. Так как он уже был и в этом, и вон в том. Так что, ребята, не смогу я. Ладно. Тогда бог с этим. Давайте что-то еще другое полутаем. Что здесь еще на карте есть. Ладно, давайте в пещеру. Блин, перенос на арену, а у меня дальше вот этот дерьмовый деревянный меч, с которым я ничего делать не смогу. Блин, ну ладно, тогда. Давайте идем тогда в пещеру. Надеюсь, там хоть что-то нормальное попадется. Так. Так, смотрим. Опа, давайте запрыгнем сюда, залезаем. Хопча, есть, мы уже внизу. Теперь нужно просто доплыть. Я морячок, и я поплыл. Как водолаз. Смотрите, какой красивый цвет воды, если вы в середине. Блин, нифига нету. Блин, да что ж это такое? Ну, ребят, ну не судьба мне сегодня выиграть, хотя бы дюпну еще немного сыра. Отличная идея, давайте дюпнем этот сыр. И хоть что-то будешь жрать. Так, давайте еще раз. Хопа, 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 хопа. Ну, о, там уже вижу, мешочки появляются. Значит, будем сейчас собирать. Так, один сыр есть. Забрал. Еще есть.
Блин. Ах, вот что значит, если много дюпаешь. Так, я написал им в мир, пускай они будут в мир. И мочатся вдвоем, а я потом одного из них замочу. Так, а ну-ка давайте попадем. Нет, не попали. Ой, кто нас только что коснул, блин, ладно. А ну-ка, давай, давай. Давай, блин, да что ж такое, и то не я его убил. Так, сейчас все на меня переключится. Он, блин, все, хана, ребят. Ладно. Так. Мне дали 2 монеты и 0 опыта за то, что я продержался на втором месте в голодных играх. Замечательно, просто отлично, ребята. Как же это много. Пойду поищу капитана Брау и выпью с ним немного чая. Рига! Томир! Иди сюда! Нет, Томир, что до меня подойди? Ха-ха-ха, кто не чует, до меня подойди. Вы меня чуете? Вы меня чуете? Алло? Вот. Там скот дох. О боже, о боже. Меня они не слышат, походу. Алло? Ой, тюптю, ой, тюпуть. А чё? Алло? Ну что?